вообще интересно было бы, если бы Хашимин оказался не во Франции 20-х годов, а, допустим, в Калифорнии 60-х. Зашел бы в бар, и мы бы знали его как ударника группы «Mamas and Uncles», предположим. Его так долго продержали в тюрьме, больше года, да, 400 дней, именно потому, что не предполагали, что человек с документами на имя Хо Ши Мин – это и есть тот самый Нгуен Ай Куок, знаменитый вьетнамский политик. Возможно, если бы он был под этим именем, его бы освободили и раньше. Шутят по злому, что у Хо Ши Мина было всего два костюма, которые он периодически менял. На самом деле, я думаю, что у него было и гораздо больше, но стиль самого одеяния, он никогда не менялся. Предположим, что если бы в наше время существовала Римская империя, и утром к вам постучали легионеры и сказали, что вот нам завтра необходимы гладиаторы для открытия Олимпийских игр или, допустим, рабы для строительства моста в какой-нибудь отдаленной провинции. Явитесь, пожалуйста, к центуриону такому-то, он определит вашу дальнейшую судьбу. То есть у нас нет вот этого неприятного опыта взаимоотношений с Римской империей, а у вьетнамцев он есть. Буквально вчерашние крестьяне с мотыгами, которые выращивали рис, обрабатывали дельту реки Меконг, а сейчас им нужно было идти с мотыгами против танков. Если здесь останутся китайцы, они отсюда не уйдут. И я предпочту 5 лет дышать французским дерьмом, чем есть китайское дерьмо всю оставшуюся жизнь. Извините за лексику, цитата. «Были мы, нас завоевали китайцы, потом мы восстали и освободились от них. Мы сохранили свой язык, свою культуру, находясь под тысячелетней властью чужих завоевателей. Мы герои, все замечательно». Фактически Хо Ши Мин ездил в Москву буквально ради нескольких коротких встреч со Сталиным. Американцы кричат в окопы: «Вьетнамцы, сдавайтесь!» Из окопов им в ответ: «Вьетнамцы не сдаются, Карпенко, тащи снаряды». «Я ожидаю вашего приказания, чтобы прийти, поцеловать вас, предоставить доклад по вопросу о Вьетнаме». Это Хо Ши Мин обращался к Сталину. Наверное, лучший способ убедить людей в том, что они составляют нацию, это послать их всех вместе умирать в окопах за одну единую страну. Это убеждает, что называется, всерьез и надолго.